Здравствуйте. Нет, я товарищ ищу. До свидания.
Уважаемые пассажиры, пригородный электропоезд до станции Невская Дубровка отправится в 14 часов 15 минут в 9 пути. Пригородный электропоезд до станции Невская Дубровка отправится в 14 часов 25 минут в 9 пути. Поезд последний в спасение страны. Спасибо за внимание. Уважаемые пассажиры, скоростной электропоезд «Ладочка» до станции Камелия. Спасибо за внимание. Я до Токсова еду. Наверное, да, ей, да, да. Мимо девятки. Да, 100%. Thank you.
паровозе еду. Из Финляндского вокзала я оказался на Финляндском вокзале и вот до Туксова. Я машину отвез на ремонт на эвакуаторе. Что-то там сломалось. Ну да, там может быть там жопа полная, я не знаю. Ну да, я думал, там все что-то простое, там какая-то фигня случилась сложная. Ну, в общем, вот так вот в поезде. Ты сейчас... А ты что делаешь? А! Так. Ты чувствуешь, она как прокурор, она как прокурор к тебе относится, не как адвокат. Это характеризует человека, вот. Вот видишь, простой вопрос, простой комментарий, а уже про человека все понятно. Упырь. Да. Да, да, да. Конечно, да, да. Абсолютно. Ну это совпадение, я думаю. Совпадение простое. О, запела другую, да, историю. Ты сказала, что от работы кони дохнут. Надо обязательно сказать. Она забыла русский речь. Да. Да, да. Да, да. Ну, в том числе и поэтому, да, критерию можно понять. Я с тобой согласен. Да, да. Абсолютно. Абсолютно согласен. Это лишний раз говорит о том, что есть нюансы все-таки на работе, да? Да. Ты знаешь, как говорят, вот такая есть, как говорят, покупаешь дом, ты покупаешь и соседей вместе с домом, да? Так же и здесь. Ты идешь на работу, ты работаешь не только на работе, но и с сотрудниками этой работы, да, которые тоже, ну, большей частью, конечно, да, придурки. Перебирать, читать или что там, ехать куда-то. Ну, важно понять это, потому что выходных не так много, и хотелось бы выходной потратить с удовольствием. Я это имею в виду. Слушай, я сейчас в поезде, не очень долго говорят. Созвонимся позже, давай, да, пока. Хорошо, да. Двери закрываются.
Ты за один на полчаса забежала, и я могу сколько делать. Ты все. Хватит. Да чуть-чуть и начинаешь одеяло тянуть. У тебя не на себя одеяло. Почему ты нафиг говоришь? Она может завтра опять снять.
не слышу. Следующая остановка – Политрукова. Осторожно, двери закрываются. Вот это что-то висит у него такое. Ну, я ей сказал, когда Нина придет, когда придет, тогда и встретим. Она сказала, что придет. Ей не надо обещать. Будет сидеть в своей. Я сказал, что придет. Целый день ждать. Два, три часа. А состояние здоровья.
выйдешь, они нервно работают, наверное, не вредно. Или, допустим, на заводе будем работать, как мы работаем на заводе. Каждая своя ситуация. Задеть бы вас. Следующая остановка.
Кавголова. Осторожно, двери закрываются. Thank you.